Всем привет! Всем привет, Тюся! Вы на канале Полетя Алис. Что мы будем делать сегодня? Открывать киндеры! Ура! Сегодня мы будем открывать киндеры. И у нас есть киндеры из пасхальной серии. Вот, у нас есть один большой киндер Макси. Вот такой. У нас есть коробочка. Вот с такими, вот такая вот коробочка. В этих пасхальных киндерах вот такая вот серия вот таких вот зайчиков. У нас еще таких не было, мы сейчас вместе с вами будем их смотреть. И есть еще у нас, есть еще вот такая коробочка, здесь 6 вот таких вот киндеров. Ну что, мы начинаем. Да? Давайте. Какие ты начинаешь, Алис, большой или маленький? Жюстин начинает вот эту коробочку. Алиса, ты? Такую. Начинаешь вот такую? Хорошо. Доставайте по первому яичку. Будем его открывать. Я пила. Давай посмотрим, что там. Что там у тебя? Жюстин уже открыла. Зайчики, у нас тут зайчики. Зайчик. Вот такой зайчик. Ну-ка, подожди, сейчас твой тоже достанем. Они еще и все в пакетиках. Подожди, не прыгай. Коллекция здесь вот такая. В первых двух у нас попался вот такой серенький. И где еще один? И вот у нас есть уже два вот таких красненьких зайчика. Вот они. Давайте дальше открывать. Я это хотела. Хорошо. Это поросёк. А ты почему не открываешь, Алис? Ну, табаку. Табаку, мама. Давай, посмотрим. Держи, Алиса, открывай пока вот это. Ну-ка, покажи, что у тебя уже попалось. И вот у нас попался еще вот такой вот желтенький зайчик. Ой, какой хорошенький. Так, у нас есть уже два красненьких, серенький и желтенький. У нас только осталось синий. Синий и зеленый. Нам остался синий, зеленый и желтый, да. Смотри, понятно, вот, вот посмотри, желтого нет. Желтого есть, смотри. А есть другой. А, да, желтый есть, точно. Остался. Нет, оранжевый. Нам остался синий. Вот, у нас еще. Такой у нас уже был. О, у меня опять желтый. Нет, это оранжевый. Вот, у нас теперь есть еще два. Вот, один вот такой вот серенький попался. Еще один. И еще у Жюстин. И у Жюстин еще вот такой. Вот такой вот лежит зайчик. Вот этот. Вот такой желтенький еще другой. Ну что у тебя, Алис? Подожди, а у Алис-то что? Это попалось. Покажи-ка. Да. Давай, держите следующее. Алис, следующее держи. А у тебя уже все? Да, да. Спасибо. О, еще. Еще один фиолетовый. Ну ничего себе, у нас уже три фиолетовых. Вот это да? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, если у Жюстин что-то новенькое будет. Синий! Ура! Теперь еще и синий у нас есть. Ну что, у нас уже вся коллекция или нет? Нет, еще зеленый. Вот. Не хватает только зеленого. Ну-ка покажи синенького. И вот такой красивый синенький зайчик. Еще один. Ну вот, осталось. Подожди. Еще два маленьких. Осталось еще два маленьких киндера. И мы сейчас увидим, попадется ли нам последний из коллекции зеленый
зайчик. Это единственный, которого у нас еще нет. Давай я выберу кошечку. О! 4 которые фиолетовые. 4. 4 которые фиолетовые. И у Алис последний, ну-ка. Еще один желтенький. Ну вот, сегодня нам так и не попался зеленый, но нам попалось 4 фиолетовых, которые стоят вверх ногами. 2 красненьких. И еще большой. 2 желтеньких. И остался нам только большой киндер. Сейчас, подожди, давай маленький. Давай. Поближе большой шоколад. Большой шоколад. А, не, Алис, хочешь, нет. Ты хочешь, чтобы я тебе помогу? Да. Давай, Жустин поможет, но ты сама откроешь. Вот такой большой. Нет, Алис, так не получится. Жустин, открой, пожалуйста, пакет. Да, спасибо. Ну что, давай, я тебе приоткрою. А ты открывай сама, мы посмотрим, что там за сюрприз. Ух ты, какая красота! А мы посмотрим пока, какая здесь коллекция. Нам попалась вот такая вот гусеница розовая. Это гусеница сантиметр. Смотрите, как... Вообще-то коллекция вот такая. Здесь есть вот такая вот розовая гусеница, которая нам попалась. И есть еще такие, видимо, разноцветные. Мы сейчас посмотрим, что с этой делать. Дай-ка. Смотрите, ребята. Вот такая вот гусеница на листике. И здесь у нее вот такой сантиметр, смотрите. У нее вот так вот смешно туда затаскивается голова с этим сантиметром. И вот такой сантиметр до 11 сантиметров здесь. Можно мерить листики, которые она ест, когда ползает. Вот такая смешная гусеница. Ну вот, такая вот коллекция. Покажите еще ваших зайчиков. Покажите всех зайчиков вместе. Всем пока! Подписывайтесь на канал. Это Алиса.